Друзья, всем привет! Хускварна 545 RXT Автотюн. Очистка вентилятора, охлаждение. У нас мотора сегодня будет в таком состоянии после 35 баков работы. Здесь у нас заборник воздуха на охлаждение. Это диффузор. И вот сама крыльчатка вентилятора. Значит, нам надо снять диффузор. Диффузор здесь у нас на защелках. Вот. Вот здесь защелка. Вот здесь вот в этом месте защелка. И вот в этом месте защелка. Так, но здесь еще по диффузору проложен кабель автотюна. Вот здесь все вот он. Так вот проходит. Значит, это все аккуратно надо снять и помыть это все дело, ребята. Короче, ребят, снял диффузор. Вот такой вот. Сейчас вот это вот все надо вымыть, отмыть. Аккуратно все это надо отмыть. Мою так же, как и мыл раньше свои косы, также и мою автотюн щеткой с пеной для бесконтактной мойки. Вот это все отмываю, все ребра, все. Обратите внимание, мою только систему охлаждения. Туда, а в карбюратор я не лезу. Только именно вот эта вот часть. Ребят, значит, все помыл. Вот так вот все стало выглядеть. Помыл и потом продул сжатым воздухом. Ребра тоже вымыл на цилиндре. Единственное, я не лил воду туда вот. Лил только вот в эту часть, да. Заборник помыл. И диффузор. Соответственно, тоже. Сейчас буду все это устанавливать обратно. Друзья, обратите внимание, кабель все проложен. По своим местам установил, все обратно проложил кабель. Здесь у нас провод на свечку проходит, вот тоже в своем канале, и тут идет сюда. Теперь я прикручиваю уже сам стартер на место. Друзья, очистил я систему охлаждения. Значит, 35 часов она отработала, коса, и потребовалось мне очистить систему охлаждения. То есть, необходимость. Значит, в инструкции сказано, что систему охлаждения, очистить систему охлаждения раз в неделю, еженедельно. Но я не увидел необходимости через неделю ее чистить, да? Я очистил ее через 35 моточасов. Вот таким образом. Соответственно, осмотрел шнур стартера и осмотрел все элементы, которые находились под диффузором, то есть все скрытые, да? Маховик визуально осмотрел на повреждения и ну, с виду, какие они. Вот таким техническим обслуживанием я хотел поделиться именно на RXT Автотюн. Вот таким способом я обслужил систему охлаждения. Всем пока!